собирается, Степан? Кто тебе разрешил? Кто тебе бить меня разрешил? Человек, кто тебе бить разрешил? Я его не бил. Да? Очки, да. Сука, сломай! Я тебе сейчас сломаю очки и все поломаю, падла! Зачем ты это делаешь, поганка? Ну да, не бил. И волосы черные. Да, посмотрим, кто кого бил, кто кого не бил. Кто матерился? Ключи дай. Это твои ключи, Регинки, дай. Нет, его. Пушки отрываю тебе. Сейчас оторву и в жопу засуну. Отпусти. Кинешь потом мне кипотки, ладно? Папа, ты потом мне скинешь. Ладно. Папа. Блин, вообще. Я рта не могу. Я знаю, все тоже понимаю. Вы в церкви сегодня были? Нет. Подумайте о душе, а тогда будете мне делать вопросы. Наведите здесь порядок, чтобы там не заступали. Я его не могу мешать, а ведь водитель делает то, что я ему. У нас послушание еще есть послушание. Да, ну права там выдают. Если я разрешу, возьмете, не разрешу, не возьмете. Вот там наведите порядок, тогда будете говорить. Я не мальчик вам, чтобы стоять здесь. Такси, сколько я писал раз писем? Вас наставили? Извините, мы их выгоняем отсюда. А вот вы жените, чтобы я мог объехать по кругу, тогда... Там можно говорить. Свободно объехать. Я знаю, я уже 22 года езжу, вы только 3 недели появились, а я 20, вы не записываете, так, этого мне нужно. Так это что означает, что можно нарушать вам то, что вы... Вы нарушили сегодня? Да, вы нарушили. Вы нарушили сегодня, были в церкви? Ваш водитель нарушил сегодня. Ничего, слава Богу, поехали. Все есть, ребята. Батюшка курит, я его спалил, прикрывает лицо, сидит. Прикидываешь, в интернет сегодня попадет. Пьяный священник дерется, сегодня в интернете будет. Пьяный священник дерется, пьяный священник. Давай, 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 пьяный. Вот, и что епархия расскажет. Вот такие у нас священники в православной церкви. Давай вытаскивайте его. Берите, ребята, помогите вытащить. Thank you.
Ты придурок, блядь. Я сижу у человека на дороге, в машине. Что ты мне там расскажешь? А ты где? Что это за разговор? Я сижу у человека, непонятно где. Ну я на дороге сижу. У человека в машине. Я! Yeah. Присутствует дух понятых, мы сейчас с вами пройдем освидетельствование на месте. Включили мы прибор, называется алкотест. Берите, пожалуйста, вот так вот его в руки, полными легкими. Дуйте сюда до тех пор, пока я вам скажу, хватит. Возьмите, пожалуйста. Не хочу. Вы отказываетесь проходить освидетельствование на месте остановки прибором алкотест. Медицинское учреждение будете проходить освидетельствование? На состояние вашего алкогольного опьянения? Не складывалось. Мы с вами сейчас едем в медицинское учреждение. Вы так хотите? Да. Все, не вопрос. Тогда мы с вами проследуем. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня употребляли? Сегодня? Да. Чего? Ясно. Тогда от чего вы находитесь в таком состоянии алкогольного опьянения? Это... Резкий запах из полости рта, шаткая у вас походка очень сильная и очень... У вас не связанная речь. От чего это у вас? Не согласен. С чем вы не согласны? В том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, да? Да? Сейчас мы с вами проследуем медицинское учреждение для уточнения диагноза, то, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, правильно? Да. Откуда вы ехали, куда, скажите, пожалуйста? Судака Кеш. Судака Кеш. По какой причине вы сюда приехали? Забрать детей своих. Забрать кого? Детей. Забрать своих детей. Все. Я вас прекрасно понял. Мы с вами сейчас проследуем медицинское учреждение, правильно? Алексей, подойди сюда, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста, сбоку. Присаживайтесь, сбоку, пожалуйста. Отец. Да. Вы слышите меня? Да. Вы мне скажите, для чего вы сели за руль сегодня? Ну, забрать. Откуда? С Керчи. Вы сказали, что она в Воронеже живет. Вы только далеко не уходите. Вы... Снимать не надо. Вы присутствуете при составлении админ материала. Дай мне ПМ. ПМ вам не нужен, понимаете? Сольну себя. Зачем? Нет. Да потому что наш. Это все жизненная ситуация. То, да никакая жизненная ситуация. Вы сами все сделали. Наш вот все. Что все? Да потому что. Вы зачем так много выпили? Вы зачем так много вышат? Можно вас по-человечески попросить? Вы офицер? Еще раз вам задаю вопрос. Будете вы проходить освидетельство медицинское? Не будете, но это ваша полная правда.